Замок и цитадель сегодня на повестке дня, и я всех приветствую. Думаю, бой будет, скорее всего, малоинтересным, потому что фаворит против аутсайдера. Все, к сожалению, понятно, думаю, будет заранее. Так, замок первый расставился. Часы не нужны, в принципе. Где у нас тут цитадельцы? Вот они. Цитадель Ничани. Хотя по сравнению с болотом они имеют какие-то очки. Но... чтобы противостоять лидерам, им чего-то не хватает. Так, наверное, даже так поставлю. Ну, посмотрим, вдруг что-то будет, ведь у темницы варвары смогли отобрать одно очко. Может, и здесь что получится. По стрелкам все поровну. Чё себе, 5 чудищ убьет архангел. Ну, наверное, торопиться не будем. Будем играть в игру. Подожди и сходись первым в конце. Все ждут, кроме стрелков. Так, кого лучше? До 700 урона, да? Давайте на лучника. Поросята завизжали. Чудище, выходи драться. Сюда встать. Так. Садики. Так. Вставать под удар. Птица. Или не вставать. Так, чудище-то наше. Давайте сюда что ли пройдемся. Садник. Грома, собственно. Это 1500, до 999, до 1300. Ну, давайте по грифону пройдемся. Блин, архангел стоит остерегаться чудищ. Очень стоит остерегаться чудищ. С другой стороны, первым ударю. Больше заберу и ответа потом. Хотя 2 и 3 по волкам. Смачный такой шлепок. Ну ладно.
Отлично, просто отлично. Мораль сработала. Так, ну если я ударю, я не закрою стрелка. А если не ударю, чудище ударит первым. И с его свойством игнорирования защиты это будет влажненько, так сказать. Что же делать-то? Что же делать-то? Что же делать-то? Лучше птицу прошибить. Ладно. Ответ на удар какой хороший. Грифон всего 1-2 забирает, да? Четыре семь или закрыть стрелков? Чем вопрос? Тина 8, блин. С мачника по Архангелу тут попадет. Ладно. Попробую так. Ох ты. Хо-хо. 1-1 по морали. Ого, 4-5 грохнут. Ну, блин, тут стрелков надо закрывать. Да, ошибки такие, мне кажется. Замок может поплатиться за такие ошибки, что не закрыты стрелки. Так, подождем. А чудище вроде уже не ответит, да? Что я думал. Ладно, так. Так, ну в принципе поровну суще 7 уровня. Теперь можно за циклопов браться. О, их всего 27 осталось. Огры, чудище, чудище, огры. Ладно, давайте чудище. Так. 27, 25. Кучу всадников.
ждем. А, эти же уже не ответят. Так. Наверное, эх ты, блин, коротконогий. Пук. Камушком по голове. Чудище уже все. Заканчивается. 4 против 8, когда архангов еще целых 8 штук. Так, кого бьем? Наха. Все, затоптали бедное чудище. Блин, огр же еще не бил. Что-то я тупанул так жестко. Как-то я подумал, что он бил, а он уже не бил еще. Все, раскрошили. Раскрошили. Я помню. А че я отошел-то? Когда только начинал играть в третьих героях, я не понимал, почему компьютерный коник всегда не стоял на месте, а обходил и бил. Такой думал, что ему не билось ровно. А потом понял, что чем выше разгон, чем больше клеток он проходит, тем больше урон шел. Ну, теперь все стало ясно. Что-то мне на какой-то период показалось, что орки так просто не сдадутся. А потом все стало на круги свои. Так я и не понимаю, в чем их слабость, почему они так жестко проигрывают, чего им не хватает. Ну, хотя про орка я уже говорил, что да, если бы мы хотя бы сделали без штрафа в ближнем бою, уже было бы намного серьезнее. Так, но с другой стороны, если сравнивать по линиям, да, гоблины, копейщики по количеству, ну, гоблинов чуть побольше прирастает, но по жизням они вроде чуть ли не в полтора раза проигрывают. То есть их должно и на 150 где-то штук больше быть. Потом циклопы, всадники. Ну, циклопы, да, стреляют, но если их закрыть, то тоже. Штраф в рукопашке. Коников мощный разбег, по жизням они больше и по урону там прилично, так что тоже циклопы так проигрывают. Если сравнивать птицы и монахов, то здесь наоборот, птицы летают далеко, жизни у них много, монахи стрелки, но имеют мало здоровья, но зато бьют без штрафа в рукопашке, поэтому могут как-то этим немного взять. Вот. Потом огры с мечниками. Огров здоровья куча. Мечников двойной удар. В принципе, где-то, ну, чуть-чуть, может, и мечники получше. Орки грифоны. Ну, опять же, орки без штрафа. Ну, не имеет и способности вообще ни о чем, поэтому, да, стрелки, но те же лучники хотя бы два раза стреляют.
Грифон и всем отвечает и летает, так что, в принципе, тоже преимущество имеет. Всадники и лучники, ну, всадники двойной удар, но у них там здоровья маловато. У этих двойной выстрел. Как бы такая вот, ну и чудище архангела, в принципе, как бы по урону, да, чудище выиграю тем, что пробивает броню, и чем выше параметры героя самого, и то есть атака в первую очередь, то есть и броня вообще не будет иметь значения, но зато они не летают, скорость у них всех существ седьмого уровня одна из самых низких, то есть гидры только медленнее, архангел летает и мораль дает и может воскресить, то есть в этом плане архангел более функционален, а на одной атаке чисто далеко не уедешь, поэтому в этом плане чудище тоже где-то проигрывает. По цене, конечно, да, подешевле. По здоровью, поживучи, но получается вот так, если мы все линии рассмотрели, практически во всех линиях у варваров по сравнению с замком какие-то недочеты есть небольшие. И вот, видимо, они сложились в такую фигню, можно так сказать. Ладно, а мы встретимся в следующем, на следующем бое. Всем пока.